Парад пераможцаў адбыўся ў Гомелі. Тысячы жыхароў горада прайшлі па алеі герояў з партрэтамі сваіх родных, якія прымалі ўдзел у Вялікай Айчыннай вайне. Таксама падчас акцыі запалілі факелы перамогі, якія адправіліся ва ўсе раёны Гомельскай вобласці. На ўрачыстасцях пабываў Максім Савін. У мае 1945-го советские солдаты пераможным маршем дошли до Берлина. Про 71 год их нашатки, унуки и правнуки вышли на парад пераможцаў, каб подвиг героев не был забыты. Патриотичная акция «Парад пераможцаў» стартовала в 2013 году. Шестем напередодні Дня перемоги сегодня обмежевывается. За гэты час акция охопила все районы в области. Проходили выставки, круглые столы, встречи с ветеранами и многое иншее. За каждой из гэтых фотографий, которые несут гомельчане у своих руках, особистая история войны и подвигу. Как из элементов пазла, из них складывается подвиг целого народа, картина эпохи мужности и борьбы с захопниками. Гомельчанин Эдуард Олесенко пришел на «Парад пераможцаў» с внуком Кирилом. Каже, каб хлопчик ведал историю своей семьи и своей родимы. Мать и батька Эдуарда Емельяновича фронтовики. До речи, на груди хлопчика медали прадеда и прабабки. Самый дорогий из них – медаль за отвагу. На фотографии вы видите, это моя мать и отец. Отец участвовал в войне, значит, с 1938 года, в советско-финской войне. Затем прошел всю Отечественную войну. За освобождение Кавказа награжден медалью. И также награжден орденом Красной Звезды за отвагу и за боевые заслуги. Моя мать тоже участвовала в войне 43-го года. Она, значит, была еще девчонкой, воевала в Первом Белорусском фронте, Втором Белорусском фронте, дошла до Берлина. Вот правнука медали ее висит, это за взятие Берлина. Перед початком шествия ветераны запалили факел перемоги. Его огонь будет доставлен в каждый район Гомельской области. Это заходный пункт акции «Факел перемоги». Финишует она у День независимости. Акция проходит уже четвертый год запар, и каждый раз появляются новые мероприемства и традиции. Наши активисты посетят воинские захоронения, проведут субботники, встретятся с ветеранами и окажут массу благотворительных дел тем, кто сегодня так нуждается в этой помощи. Завершился шерах мероприемства на аллее героев акции «Гомель памятая». С запаленных лампадок гомельчане склали фразу «Никто не забытый». Это не только подяка за подвиг, але наказ самим себе. Каб история не повторялась, ее треба памятать. Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».